который вот... Россия объявила войну пиратам. Сегодня в силу вступил закон, который защищает интеллектуальные права в интернете. Из глобальной паутины, а вернее российского интернет-пространства, постараются выпутать кино и телепродукцию, которую разместили с нарушениями авторских прав. Антипиратский закон, который вступил в силу с 1 августа, дает возможность блокировать сайты нарушителей без суда и следствия, то есть в досудебном порядке. Если правообладатель обнаружит в сети фильм или видео, которое разместили без его разрешения, он может обратиться в Мосгорсуд с заявлением, чтобы доступ к этому продукту ограничили. Правда, в течение 15 суток правообладатель обязан направить в суд официальный иск. Уже на основании решения суда Роскомнадзор будет выявлять так называемого хостинг-провайдера и направлять уведомления об удалении информации. В противном случае сайт будет заблокирован. Планируется, что в осеннюю сессию депутаты Госдумы к теле- и кинопродукции присоединят музыку, игры и программное обеспечение.